Оливковый сомик – это крупная пресноводная рыба, относящаяся к сомообразным и обитающая в озерах и реках Северной Америки. Ареал ее обитания простирается от Великих озер до Мексиканского залива. Охватывает бассейны таких рек, как Миссисипи, Миссури, Огайо. У рыбы очень вкусное мясо, и она является объектом спортивной охоты. Может некоторое время жить и развиваться в слабосоленой воде. Представители вида в длину дорастают до 155 см и могут иметь вес до 56 кг. В то же время самая распространенная длина колеблется в пределах от 64 до 117 см. В 1982 году в реке Арканзас поймали экземпляр, который достигал в длину 175 см и весил 63,5 кг. Другой крупный экземпляр был пойман в 1988 году в водохранилище Эксити, штат Канзас. Весил он 57 килограммов. У этих рыб цвет шкуры оливково-желтый или пурпурно-коричневый. Окрас живота варьируется от светло-серого до желтого. С возрастом оливковые самы темнеют. Особенно это характерно для самцов. Вокруг рта имеются длинные усы. Нижняя челюсть выступает дальше верхней. Пасть широкая и имеет овальную форму. Хвостовой плавник округлый. Задний край зазубренный. На его верхней доле у молодых самов имеется белый кончик. С возрастом он исчезает. Имеются грудные и спинные плавники. Задний плавник короткий и округлый. Между самцами и самками видимых физических различий нет. Нерест приходится на конец июня, начало июля. Гнезда для икры создаются в подводных ямах, норах, среди лежащего на дне мусора. Самцы устраивают гнезда, а потом вентилируют их и защищают. Количество икринок зависит от размеров самки. В среднем откладывается 2640 икринок на килограмм веса рыбы. В одном гнезде может находиться до 100 тысяч икринок. Сама икра клейкая. Она состоит из комочков, в каждом из которых насчитывается от 30 до 50 икринок. Самцы охраняют не только икру. В их обязанности входит защищать и новорожденных рыб в течение нескольких дней. Молодые рыбки питаются насекомыми червями, а также склонны к людоедству, что исключает их присутствие в аквариумах. Половая зрелость у самцов наступает при длине тела 16 см в возрасте до 4 лет. У самок при длине тела 18 см в возрасте до 5 лет. В дикой природе оливковый сомик доживает до 28 лет. Но основная масса представителей вида живет от 5 до 22 лет. Данный вид относится к хищным рыбам. Рацион питания состоит из рыб, червей, ракообразных, насекомых. Предпочтение отдается живой добыче. Поджидают ее хищники в засаде. Живут в наиболее глубоких частях рек и озер. Наибольшая активность наблюдается ночью. В дневное время оливковые сомики менее активны. Совсем неактивными становятся при температуре воды ниже 10 градусов по Цельсию. В поисках корма перемещаются вверх и вниз по течению рек. При этом весной такие перемещения могут достигать 1,5 километра. В другие времена года диапазон перемещений сокращается, а зимой достигает всего нескольких сотен метров. С учетом своих размеров, нападает ли оливковый сомик на людей? Оливковый сомик – это самый агрессивный сом, который не раз становился причиной смерти многих рыбаков. Но самое ужасное не это. Эта рыба может расти на протяжении всей своей жизни, а это может означать только одно, что в каких-то овмутных водах живет оливковый сомик просто невообразимых размеров. И люди для такой рыбины могут быть основной пищей.